Доброе утро, Калининград! С вами самое раннее шоу «Утро на колесах». Привет! Всем привет! Действительно, друзья, просыпайтесь. Понедельник не может быть тяжелым, даже несмотря на то, что дождик за окном. Сегодня у нас, впрочем, как всегда, в утреннем шоу много разной интересной информации. Конечно же, юмора от Михаила Смолякова и позитива. Итак, насчет юмора и позитива, мне сразу хочется сказать «Буэнос диэс, Калининградиес», что означает «Доброе утро, Калининград». Вот так вот я начинаю с испанского, да, языка, с такого. И не случайно я начинаю, мне кажется, так. Да, действительно, испанцев уже с субботы много в нашем городе, и, естественно, они смотрят утреннее шоу, поэтому Михаилу хочется поздороваться, и быть своим среди чужих, да. И чужим среди своих. Да, я хочу сказать, не забывайте звонить нам в прямой эфир по номеру 99429, рассказывать, что у вас интересного случилось с утра, участвовать в наших розыгрышах и получать от нас подарки. Да, о подарках прямо сейчас расскажу. Вот этот сертификат на суши достанется кому-нибудь из вас. Вкуснейшие суши и роллы от Суши Хаус. Но об этом чуть позже. Кстати говоря, к нам можно дозвониться просто для того, чтобы передать свои приветы и поздравления. Ну, а вы завариваете что-нибудь вкусное, потому что мы прямо сейчас начинаем. Большое футбольное событие в нашем городе, да, что там уже повсеместно заполонили футболисты и болельщики, и мы несказанно этому рады. Сегодня играет, как уже Миша сказал, и да ни для кого не секрет, Марокко и Испания на нашем стадионе. И, собственно, испанцы уже в субботу прилетели к нам, а испанские болельщики сыграли, так сказать, прорепетировали, да? Денис, я хочу тебя немножечко исправить. Да, сборная Марокко прилетела в субботу. Болельщики продемонстрировали игру прямо в центре города. Можно было посмотреть. Кстати, записи, да, вот ты мне да. С утра рассказывал. Да, сейчас можно, да, наблюдать, в общем-то, запись в соцсети. Действительно, запутался совершенно. А вы встречали болельщиков? Вы встречали игроков? Кстати говоря, когда Хорватия приезжала и устроила не только в Калининграде, но и в Светлогорске, там, где они жили, что-то там невероятное. Да, хочется сказать, что еще 24 и 25 июня, ну, вчера уже прошло, да. В принципе, поздно, в центре города раздавали атрибутику болельщиков сборной Марокко. Это кепки и футболки. Вот такая была договоренность с королевством Марокко. Можно было, и сегодня можно, кстати, любому желающему получить кепочку и футболку. Я хочу, меня эта новость заинтересовала. Ну, пойдем. Куда идти? Да. После эфира пойдем и получим. Это будет в центре города. На площади. На площади, да. Информационный центр туризма провел акцию вчера и будет проводить сегодня. Так что, друзья, если хотите, чтобы эти дни чемпионата вам запомнились не только яркими селфи, но и яркой кепкой или футболкой, тогда, конечно же, отправляйтесь вместе с нами на площадь. Вот. Хотелось бы сказать про арбитра сегодняшнего матча, да. Все про футбол. Да, я никак не могу отойти. Видимо, сердце мое теперь неравнодушно к футболу, но на фоне таких событий. Судить сегодняшний матч будет рекордсмен мировых чемпионатов, арбитр из Узбекистана. Кто бы вы думали, это Равшан Ирматов. Вот так. Да, так и написано. Ирматов. И Равшан. Все да. Правильно. Кстати, вот сегодня мы поговорили про кепки и футболки, а мне кажется, вот как бы здорово сегодня было бы получить дождевичок с символикой сборной Марокко. Ну, пускай марокканцы от нас получат этот калининградский дождь в подарок. А, кстати говоря, Миш, какая будет погода сегодня? Да, сегодня в Калининграде будет плюс 16. И холодно, и дождь. И дождливо будет у наших соседей в Гданьске плюс 18. Да, а в Вильнюсе плюс 15 и тоже дождливо. Спонсор прогноза погоды – салон обуви Рикер. Если вы хотите больше легкости и простора, обувь Рикер – это обувь для всей семьи. Кстати, поспешите, прямо сейчас там скидка 30%. Поспешите за хорошей обувью, с хорошей скидкой. Немецкая обувь по отличной цене.
Хочется также поблагодарить нашего генерального партнера. Это сеть оптово-розничных магазинов «Бутыль» и сеть магазинов у дома «Кант Маркет». Если вы ищете свежие продукты, то все вы найдете там по самым вкусным и хорошим ценам. Совершенно верно. Завтраки, обеды, ужины. Более 100 магазинов по городу и области. Друзья, заходите, не стесняйтесь. Также не стесняйтесь делать громче наш утренний эфир, потому что сейчас небольшая музыкальная пауза. Да, мы начинаем танцевать. Просыпайся, Калининград. С вами самое утреннее шоу «Утро на колесах». Сразу хотелось бы рассказать, что мы работаем исключительно в прямом эфире, поэтому берите свои телефоны и скорее звоните по номеру 994929. Рассказывайте, что у вас произошло с самого утра, как вы попили утренний свой кофе и поучаствуйте в нашем розыгрыше. Совершенно верно, друзья. Если у вас нет возможности и вам нужно бежать на работу, мы вас за это не корим. Специально для этого придумали наше онлайн-вещание в нашей группе ВКонтакте. Так что Первый городской всегда с вами. Прямо сейчас онлайн-трансляция проходит в нашей группе ВКонтакте. Заходите, не стесняйтесь, Первый городской Калининград. Что же касается этого замечательного сертификата, у вас есть возможность получить его. 994929, телефон прямого эфира. Очень скоро будет розыгрыш, и сертификат на 500 рублей на суши достанется кому-то из вас. А мне хочется сказать, что мы вещаем прямо здесь, с верхнего озера. Погода сегодня, ну, немножко пасмурная, немножко дождливая, но это не страшно. Главное, что внутри у нас у всех, я надеюсь, светит ярко солнышко. Совершенно верно, ведь лето в Калининграде, а несмотря на такую погоду, все равно Калининград лучший из лучших. Да, и это не просто слова. Калининград у нас вошел в тройку российских городов, которые хотели бы посетить туристы после чемпионата мира по футболу. Да, и это уже не первый раз, между прочим. Весной Калининград был в десятке признан тем городом, который хочется посещать. Ну, а если к твоим словам, то стоит отметить, что на первом месте Казань, на втором месте Калининград, а на третьем месте Сочи. Все верно. Но чтобы посещать, соответственно, эти города, нам обязательно нужно знать курс валют, согласись, Денис. Поэтому мы сейчас с удовольствием их огласим. Да, учесть, что евро немножечко сдает свои позиции, 73 рубля 30 копеек. А доллар у нас сегодня 62 рубля 90 копеек, тоже немножко опустился вниз. Собственно говоря, вниз поглядывает и злотый, 17 рублей ровно. Но мы напоминаем, что в 12 часов дня курс валют изменится. Так интересно, сразу три валюты смотрят вниз прям сегодня. Ну, ты знаешь, это нормальная история в начале недели, к концу недели история изменится совершенно в другом направлении. Ну, хорошо, посмотрим на это после короткой паузы. Обожаю эту историю. Все, что связано с «Игрой престолов», с удовольствием рассказываем вам каждый практически эфир. Друзья, трепещите. Вот он, тот самый роковой брюнет из «Игры престолов». Кит Харрингтон и Роуз Лесли. Они таки поженились. А я, кстати, сразу хочу поздравить Дениса с этим событием, потому что я только что услышал, что Денис поклонник этого сериала. Ну, я не могу такие прям эмоции разделить, я не поклонник, но тоже слышал об этой новости. Действительно, они поженились. Поженились они в церкви в Рейне. Рядом присутствовал отец Роуз Лесли. Кстати, отец Роуз Лесли, это Александр Лесли, он является сейчас главой клана Лесли. Да, кстати, интересно, что неподалеку от места их свадьбы семейный замок Лесли, который называется Уорд Хилл. Ему, кстати, уже знаешь сколько? По-моему, 900 лет. Вот такой, представляешь, замок старик. Ну, а ребята, как я от тебя узнал, встречаются уже 6 лет и решились-таки узаконить свои отношения. Более того, «Игра престолов» их соединила. Да? Самое интересное, что вот мы смотрим сериал, а мы же не знали, представляешь, вот сколько лет. Они только в 2016 году официально заявили, что они встречаются. А в 2017 году объявили о своей помолвке.
удивительным. Скрытные ребята. Друзья, если среди ваших друзей и знакомых сейчас же пора свадеб, есть те, кто женится вот в ближайшую пятницу, хотя ЗАГСы просили из-за футбола переносить, ведь Шевченко там перекрыта и т.д. и т.п. В общем, я это к чему? К тому, что надо позвонить 99-49-29 и просто поздравить своих родных и близких, признаться в любви, поделиться хорошим настроением здесь посредством нашего прямого эфира. Мы находимся возле Верхнего озера, напротив парка юности у парковки, наша мобильная студия, так что милости просим. Кстати, позвонив в прямой эфир, вы можете также поделиться, а кто у вас любимый герой из этого сериала, например, «Игры престолов»? Совершенно верно. Или попросить у нас поставить вашу любимую музыку. Прямо сейчас будем танцевать, после продолжим. Не переключайтесь. Денис, ты знаешь, кстати, вот я сегодня шел на работу в эфир, на эфир, и думал о том, пешком, что... Пешком, поэтому ты промок. Да, думаю, как же жалко, что у нас в микроавтобусе, в нашем автобусе, нету друга, вот такого пса, как в Омске, дорогие друзья. У нас есть редактор, Настя, нам достаточно. Который вот с порога тебе сразу лапку так протягивает. Ну, все сходится сейчас пока. Ну, почти так и есть. А водителя микроавтобуса вот в Омске, Олег Попов, кстати, его зовут. Угу. Как не случайно, кстати, берет с собой на работу своего терьера Чарлика. Чарлика зовут Чарлик Олегович 2. Вот такой пес. Он, кстати, с ним весь день, пока он едет на своей маршрутке, сидит рядом на подушке. Когда заходит пассажир, он так подскакивает, и каждый пассажир... И принимает за проезд. Еще сдает сдачу еще. А каждый, на самом деле, пассажир маршрутки думает, что вот специально для него встает песик. Представляете, как приятно. И все как один говорят, что поднимает настроение с утра вот такой песик. А он там не пробивает билеты? Помнишь, как компостеры были? Да, кстати, было бы очень удобно, на самом деле, использовать уже сколько, я не знаю, 3 в одном или 4 в одном в этом песике. Ну, то есть он и билеты принимает, и пробивает, и настроение поднимает. Ну, то, что он поднимает настроение, это точно. Друзья, если вы водитель маршрутки, или, быть может, вы просто не знаете, куда себя деть этим летом, школа ТВ на Первом городском набирает новые обороты, и новый набор в школу ТВ уже прямо сейчас. Звоните по номеру телефона 3-5-0-8-5. Друзья, все очень просто. Это возможность познакомиться с ведущими не только утреннего эфира, но и Первого городского телеканала. Это возможность научиться правильно говорить, правильно держаться перед камерой. Как приходили много раз сюда школьники и, знаешь, рассказывали, что до этого они шли, в общем-то, в школу ТВ для того, чтобы победить этот барьер боязни камеры. Вот ты боялся камеры? Ой, конечно, поначалу я очень боялся камеры, но со временем, когда поучишься, все это куда-то. Да, 12 уходит. Занятий, 7000 рублей, это, мне кажется, незабываемое приключение этим летом. В общем, звоните, все подробности по номеру 3-5-0-8-5. Также можно писать в нашей группе ВКонтакте, можно мне в личку писать, я с удовольствием вам все расскажу. Но я считаю, что стоит обратить внимание на школу ТВ, потому что Первый городской – это единственный телеканал в городе, который дает такую возможность. Отличная возможность, а я думаю, чтобы точно пройти отбор, нужно знать, в чем же идти туда, да, знать погоду. И самое время сказать, что сегодня у нас плюс 16 и будет дождь, поэтому, чтобы не промокнуть, уберите с собой зонтики, пока еще он идет. Это в Калининграде, а в Гданьске у нас сегодня плюс 18 и дождь, а у наших соседей в Литве, в Вильнюсе, плюс 15, и тоже дождливо. Сегодня у нас такая вот поэтическая погода. Но, друзья, несмотря на то, что дождливо, в обуви Рикер вам ничего не будет страшно. Обувь Рикер – это немецкое качество, обувь для всей семьи. Если вы хотите хорошо выглядеть, и чтобы ваша жена, дети, родители тоже хорошо выглядели, заходите в салон обуви Рикер. Кстати говоря, прямо сейчас там скидка 30%. Мне кажется, это прекрасный подарок и прекрасная возможность приобрести обувь, ведь много обуви не бывает. Здорово, то, что есть такие замечательные скидки, такая удобная обувь. А еще не менее здорово, что скоро к нам сюда в студию придут наши замечательные гости. Да, кстати говоря, давайте помашем нашей гости. Здрасте, здрасте, доброе утро. Давай скажем, что...
Здрасте. Да, стоит отметить, что сегодня и заводчики африканских ежей, и представители красоты у нас появятся. У нас много, как всегда, разных и интересных гостей. Так что оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. А прямо сейчас небольшая пауза. Ну что, в нашей студии стало еще ярче, еще симпатичней, потому что здесь не только я. Да, потому что с нами здесь Наталья Иванкова, которая знает о красоте все. Стилист, визажист и юморист, конечно, наш Денис. Ну ладно, сейчас не обо мне, да. Доброе утро, Наталья, как проснулись? Как стилисты просыпаются, с трудом? Расскажите. На самом деле, сегодня... к моему удивлению, очень бодро встала. Видимо, потому что такое мероприятие. Потому что плохо спала, да? Потому что волновалась. Нет, спала крепко. Хорошо, скажите, вот вы о красоте знаете все, да? На каком уровне сейчас у нас индустрия красоты находится? Я думаю, что конкретно у нас в России, в Калининграде, на высоком уровне, потому что благодаря развитию активному соцсетей, да, блогерства, сейчас это действительно стало модным. Сейчас люди, для людей это доступно, и очень приятно, что люди приходят и уже готовы на какие-то смелые решения в плане макияжа, в плане причесок. Они видят, что такое красиво, они видят, что такое новая школа, какие тренды. Это действительно очень радует. Отлично, у меня вопрос. А чему же можно вот прийти и обучиться в вашей студии? В школе. Да, непосредственно в моей авторской школе можно прийти и обучиться как макияжу, так и прическам, которые направлены конкретно на свадебную тематику, на свадебную тему. Ну вот смотрите, у вас, вы не просто профессионал, да, который сам занимается этим, но вы еще и обучаете. А как удивить, да, потому что сейчас, ну мне кажется, кто не диджей, тот стилист, кто не стилист, тот, я не знаю, имиджмейкер, ну ведущих мало, слава богу. Вот, да, скажите, как вот в свадебной индустрии, вот действительно, потому что очень много и профессионалов именно, как будто бы все приезжают жениться в Калининград. Вы знаете, на самом деле, это иллюзия, что профессионалов очень много, потому что вот, например, в субботу был, да, знаете, выпускной бал. Конечно. В один день все устроили, и просто девочки не могли записаться, потому что мастеров не хватало. Поэтому, на самом деле, эта индустрия, я думаю, что еще будет развиваться и развиваться, тем более в профессиональном плане не хватает профессиональных мастеров, потому что как раз-таки обратная сторона развития соцсетей того, что много самоучек, которые не совсем знают все тонкости данной профессии. Поэтому... А нет такого, кстати, у вас вот самоучки, такие гении, которые вот они идут своим направлением? И есть, просто... но их единицы, и просто вот, да, по пальцам пересчитать. Скажите, а сейчас еще один вопрос, который меня очень интересует, потому что я, видимо, задумался насчет этого. А вы какие-то сертификаты, дипломы, что-то выдаете в школе? Обязательно, обязательно. Мы выдаем сертификаты международного образца, потому что к нам приезжают ученики из Европы. Я езжу в Европу с мастер-классами, поэтому все наши ученики получают данные сертификаты. Ну вот смотрите, да, вот мы говорим сейчас про свадебную прическу и свадебный макияж. Да. Да, а вот вы говорите, вы ездите с мастер-классом. А что вот, вот мне всегда интересно, почему я должен записаться именно к вам, да, вот допустим, у нашего зрителя сейчас есть желание огромное, научиться этому. Ну почему именно к вам должны записаться? В чем ваша уникальность? Наша уникальность в том, то, что мы как раз-таки готовим профессиональных стилистов. Вам не нужно будет после прохождения моих курсов где-то что-то доучиваться, переучиваться. Программа составлена лично мной так, что вы будете знать все модные, все востребованные прически как у невест, как у их мам, как у подружек невест. И этого комплекта вам хватит для того, чтобы выйти и сразу начать зарабатывать деньги. Плюс к тому мы обучаем, как выйти, да, и зарабатывать деньги, как упаковать себя как мастера, да, как построить свой правильный бизнес. И самое главное, друзья, стоит отметить, что это не групповые, а индивидуальные занятия. Так точно. Да, чтобы прийти к вам на индивидуальное занятие, работают у вас какие-то скидки, акции? Конечно, у нас есть акции. Расскажите. Непосредственно. Есть такая акция 1+1. Когда вы приходите с подругой, то... С другом, например. С другом, да. То есть вы приходите вдвоем, а не индивидуально. Тогда, конечно, для вас мы делаем скидки. И для вас, и для вашей подруги или друга. Кстати,
Да, а много парней вообще интересуется ли у вас этим? Вы знаете, у нас в Калининграде, у нас, да. Ну, у нас. У нас еще Калининград, да, не дошел до уровня Москвы, когда... Ну, из Европы приезжают. Да? Нет, из Европы приезжают тоже девушки. Они как бы русскоговорящие, вот. И вот приезжают сюда обучаться. Ну, ничего, парни где-то на подходе. Да, а мне сказали, что у вас есть девиз. Что это? Да, что за девиз? Мой девиз в том, что каждая девушка, она прекрасна, она творец, она прекрасное творение, да, нашего создателя, и поэтому нужно показать ей в том, насколько она красива. Правда, это цель моей работы для каждой девушки. Наташа, а когда вот вы успеваете сами развиваться? Потому что одно дело учить, да, и все, вот с понедельника, не знаю, по понедельник, и некогда, еще надо в супермаркет забежать, что-то купить, какой-то йогурт. А тут вы еще и сама блогер, когда вы это успеваете? Вы знаете, я порой сама об этом думаю, когда я это все успеваю. А расскажите немножко о вашем блоге, вот я не очень знаю, слышал, что в Инстаграме. Бьюти, да, блоги, как быть красивой, да? На самом деле, не так давно я в Инстаграме открыла свою рубрику, где мы вместе с девушками красимся, учимся различным техникам макияжей, причесок для себя, как быть красивой для любого случая. Сейчас, слава богу, в Инстаграме можно уже там длинные видео, вот так, да, бесплатно записывать. Своими знаниями. Конечно, конечно, здорово. Да. Так что все желающие. А как давно вообще вы этим занимаетесь? Более 6 лет. Я начинала как сама, как свадебный стилист, да, и в 2015 году пришла к тому, что хочу преподавать. Вот. И вот уже школа существует, получается, 3 года. А вы для многих кумир. А кто кумир ваш? Мой кумир, правда, мне очень нравится Гуара Витисян. Она очень знаменитый блогер. Мне нравится ее мировоззрение. Для меня это очень важно, да? Ее работы и ее стиль работы, так скажем. Вот. Это для меня кумир. А я хотел перед тем, как этот вопрос задать, спросить, сказать, что у меня кумир там Иван Ургант, да? У Дениса... Оставим это. Никому не интересно, Михаил, ваши кумиры. Я хочу с Наташей поговорить. Хорошо, еще. Кто, точнее, вот мне запутал с Малахом, как записаться к вам? Да, как вас можно найти? Без проблем, к нам можно записаться либо по телефону 57-473. На нем работают также вайберы, мессенджеры, да, вот WhatsApp плюс 7963-57-473. Вот. Также у нас есть группа ВКонтакте, есть мой Инстаграм, где идутся уроки. Через любые, в общем, источники можно записаться на индивидуальное обучение. Да, друзья, я хочу отметить, что Наталья Иванкова – это стилист, у которой собственная школа свадебной прически и макияжа. Если вас заинтересовала эта красивая девушка, которая научит вас 100% за короткие сроки быть профессионалом, пожалуйста, записывайтесь. Ну, кроме того, у Михаила еще наверняка есть вопрос. Да, у меня еще один есть вопрос. Помимо вашей школы, помимо ваших блогов, скажите, вы еще что-то хотите открыть новое? Или как в дальнейшем? Расшириться, да, или что-то? Да, вы знаете, сейчас у нас стоит такая повестка на расширение, как онлайн-курсы. То есть сейчас мы переходим более в онлайн-формат, мы сейчас будем разрабатывать сайт, где будут доступ к моим видеоурокам по макияжу и прическам, что очень... вебинаров, наверное. Да, 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 потому что очень много людей из России, то есть той же самой Европы, которые в силу того, что они мамы в декрете, не могут оставить деток, да, но пишут, да, им интересно мои работы, хотят обучиться, как раз для них это будет отличный вариант, мне кажется, да, вот онлайн обучение, где все будет подробно рассказано, показано, как и, в принципе, вживую. Ну, вы девушка модная, это сейчас модно. Ну, это, конечно. Да, понятно. Мы желаем вам всего самого хорошего. Скажите, а вы сказали «мы». У вас большая команда? Вы знаете, нет, у нас небольшая команда, просто у меня есть надежный партнер, так скажем, да, ее тоже зовут Наталья, она вот занимается мехенди, маникюром, тоже обучает, вот, и вот мы вместе с ней, да, развиваем это направление. Мы... Желаем вам всего самого лучшего, оставаться такой же красивой, развивать вашу школу и делиться этой красотой по миру. Приходите к нам почаще, чтобы делиться. Еще раз напомню, что в гостях у нас была Наталья Иванкова, стилист-визажист и автор авторской школы Натальи Иванковой, свадебный стилист и визажист. И все записывайтесь к Наташе. Мы желаем вам хорошего настроения, отличного дня. То же самое мы желаем и нашим зрителям. Сейчас прервемся, чуть позже продолжим. Ну
Ну что, по-моему, самое время немножко поиграть, да, дорогие друзья? Да, наш обещанный розыгрыш. Прямо сейчас у вас есть возможность выиграть 500 рублей на роллы. Все очень просто. Вот этот вот сертификат достанется кому-то из вас. Суши Хаус. Мне кажется, это прекрасный подарок родным и близким. Да, замечательно. Наш номер не изменился, остался прежним. Это 994-929. Дозванивайтесь к нам в прямой эфир и отвечайте на наши загадки, вопросы. Совершенно верно. У нас также, друзья, неизменный розыгрыш. Сейчас по картинке вам нужно отгадать фильм. Все на самом деле очень просто. Давай, Миш, для затравки покажем первый фрагмент. Итак, да, внимание, первая картинка на экране. Да, я думаю, что... я уверен, что все фильмы узнаваемые, поэтому скорее набирайте. 994929. Итак, сейчас у нас уже вторая картинка. Ну, этот фильм... Я даже не знаю, кто его может не знать, этот фильм. Совершенно верно, мне кажется, он, более того, его все любят. Это такая уже классика, мирового кино. Ну что, я думаю, что и третью посмотрим, да? Ну, а это такая сказочная картина. Да, нас, людей с невысоким ростом, нас, я о себе исключительно. Да, я тоже далеко не ушел. Вот, так иногда называют. Но, в общем, друзья, как вы видите, все очень просто, поэтому скорее 994929, телефон прямого эфира. Кстати говоря, можно не только поучаствовать, но и просто передать привет. Ждем от вас звоночков. Номер не меняется у нас. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Как зовут вас? Наталья. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Отличное, несмотря на погоду калининградскую. Ну и замечательно. Я надеюсь, что ваше настроение будет еще лучше, если вы будете отгадывать наши заданные вам фрагменты фильмов. Мы обещаем с Мишей вам подсказывать. Итак, давайте первый фрагмент. Как вы думаете? Наверное, дневник Бриджит Джонс. Это правильный ответ. Вот так, сразу. Так, сразу переходим ко второму, чтобы, так сказать, расквитаться. Вот эти симпатичные парни. Да, Траволта еще с длинной прической. Криминальное чтиво. Правильно. И третий фрагмент. Сказочный. Одно слово. «Властелин колец». И дочернее предприятие. Филиал, так сказать. Такие про маленьких человечков. Ну, про хоббитов. Да, хоббит. Все. Мы вас поздравляем. Сертификат ваш. Скажите, любите роллы? Ой, просто обожаю. С кем будете заказывать? С семьей или с друзьями? Ну, скорее всего, с семьей, как раз, кстати. Наш редактор за кадром расскажет, как вы сможете его заполучить. Передавайте привет. Мы вас еще раз поздравляем. Ну, привет моим родным, друзьям и всему Калининграду. Мы уверены, они рады, они сейчас смотрят эфир и машут вам в ответ. Поздравляем. Конечно. Вас, поздравляем. Да. Вот так легко и просто к нам дозвониться по номеру 2029 и передать свои приветы, выиграть сертификат, например, на роллы. Друзья, следите за эфиром, обращайте внимание, что это легко и просто. Ну а прямо сейчас, Миш, что у нас дальше? Да, сейчас у нас короткая пауза. Наверное. Музыкальная, да, давай потанцуем. Как же здорово все-таки, Денис, что вот нужно каждое утро вот так в прямом эфире общаться с горожанами, желать им хорошего настроения. Ну вот я всегда задаюсь вопросом, как же это продолжать? А продолжаем мы это с помощью наших генеральных партнеров, дорогие друзья. Это сеть оптово-розничных магазинов «Бутыль» и сеть магазинов у дома «Кант Маркет». Если вы ищете продукты к празднику, то все для застолья вы найдете в сети оптово-розничных магазинов «Бутыль» и сеть магазинов у дома «Кант Маркет». Более 100 магазинов в Калининграде и в области. Так что всегда можно найти его рядом. Да, ну а если вы хотите узнать, как делается телевидение изнутри, если вы хотите стать причастным к Первому городскому, тогда скорее записывайтесь в Школу ТВ. Школа ТВ стартует уже в июле и остается ограниченное количество мест, 7000 рублей обучения. Вы узнаете, что такое, как это держаться перед камерой, что такое быть за кадром, что такое телевизионный макияж, как читать новости, например, по суфлеру или вести утренний эфир. Все это дает вам такую уникальную возможность, Первый городской телеканал, так что скорее записывайтесь, 3 пятерки 085.
Да, дорогие друзья, кстати, записавшись на курсы, можно идти по городу сейчас, когда вот проходит у нас такое грандиозное событие по футболу, и почувствовать запах шампуня в городе. Обращал внимание, Денис, нет? А я вот действительно вчера буквально иду и чувствую, пахнет шампунем. А потом посмотрел новости, оказывается, наш город настолько чистит, уборка происходит количеством большим людей, вывозят до 160 кубов мусора после матчей, вот в дни матчей 160 кубов мусора, представляешь, как это много. А в день матча между Швейцарией и Сербией стадион убирало 4 машины, им приходилось по 2 раза вокруг стадиона ездить и убирать мусор. А самое, что неприятное было в тот день, что был ураган в городе, и легкий ураган, ветер сильный, разбросало мусор, приходилось второй раз убирать уже все вручную, по-моему, около 3 часов еще перед матчем потратили уборщики. Ну ничего, справляются, молодцы. Да? Конечно, молодцы, на самом деле, я говорю, можно даже где-то шампунь потихонечку собирать по городу, потому что, город действительно прям пахнет. Стоит еще отметить, что накануне, когда играла Нигерия с Хорватией, было привлечено 900 человек для уборки города. Представляешь, сколько, вот вроде такое яркое, красивое событие, а сколько мусора остается? Слушай, это очень здорово, что мы приближаемся к тем европейским странам, где ежедневно моют улицы с шампунем. И, конечно, можно зайти в интернет и посмотреть, что происходит, да, потом на утро, рано-рано утром, когда есть какой-то мусор, а уже к тому времени, когда мы с вами просыпаемся, действительно, уборщики справляются, они просто берут, это все убирают, и мы не видим следов бурного веселья фанатов. А я хотел бы еще вот такую благодарность прям бы людям сказать с экрана, которые вручную убирают мусор на фан-зоне. Дело в том, что туда не пропускают специальную технику, служба безопасности следит, чтобы не было никаких инцидентов, поэтому весь мусор убирается вручную на фан-зоне, и только после того, как закрывается фан-зона, убирается уже техника. Да, стоит отметить, да, друзья, чисто там, где не мусорят, поэтому если вы будете бдительны кстати говоря, про бдительность, опять же, отметили, да, что все-таки убирают за собой калининградцы и гости города, то есть чаще приходится выносить мусорные пакеты, но тем не менее. Слушай, а я даже вот еще такую новость узнал, что нигерийцы во время матча с Хорватией, вот насколько было удивление, все болельщики, я не помню точное количество, они встали и потратили время, чтобы собрать весь мусор на стадионе. Никто так не делал, да нет. Вот интересные ребята. Мы передаем огромный привет гостям нашего города, огромный привет всем калининградцам, желаем вам хорошего настроения, отличного дня, прямо сейчас небольшая пауза, после которой продолжится наш утренний эфир, так что скорее заваривайте кофе, и впереди много разной интересной и полезной информации. Конечно, футбольная лихорадка охватила всех без исключения. И, друзья, следите за эфиром Первого городского телеканала. Наша футбольная программа также выходит у нас на канале. Единственное, что вместо сегодня из-за матча мы перенесли на завтра дневники чемпионата. Так что смотрите завтра в 21:00 в прямом эфире с Виталием Макаровым. Кстати говоря, если возвращаться к футболу, то коза Забияка из зоопарка Самары предсказала победу России в матче России-Уругвай. Перед козой поставили 3 плошки и, естественно, символизировали Уругвай, Россия или ничья. И она пошла к еде с Россией. Таким образом, мы и выясним, да? Да, мы выяснили. Да. Кстати, мы уже, получается, выяснили. Теперь осталось узнать, точно ли это будет или нет. Кстати, удивительно, что коза, я вот так посмотрел, была морковка, капуста и яблоко. Пошла к морковке. Россия была морковкой. Интересно, с чем это связано так? На размышление. В этом же направлении кот-предсказатель из Эрмитажа, Ахилл, которого зовут так именно, он предсказал накануне победу российской сборной в матче с Египтом. Угу. Что мы убедились, так и есть. Может быть, на самом деле животные предсказывают
предсказывают будущее. Слушай, ну вообще, мне кажется, тоже какая-то лихорадка. Есть такие животные предсказания, они повсеместно, и каждый зоопарк считает своим долгом. В общем-то, у нас бегемот предсказывает в Калининградском зоопарке. В общем, друзья, что бы там животные не предсказывали, конечно, в любом случае мы энергетически посылаем нашей команде только победу, только силы и уверенность. Должны мы победить, посмотрим. Все, мы все в предвкушении. Да, ну и, конечно же, мы продолжаем наш утренний эфир здесь, в прямом эфире, поэтому поспешите к нам сюда. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, а после продолжим. Продолжаются забавные новости, и сейчас, Миш, тебе и всем зрителям расскажу о том, что ведущий одного из... Надеюсь, заставлять меня не будешь это делать? Нет, не буду, ни тебя, ни наших зрителей. Ведущий одного из мексиканского телеканала по имени Чаки приехал в дом, прости господи, Волочковой. И как вы думаете, снимать передачу о ее жизни, и как вы думаете, что она ему показала? Естественно, вот этот вот самый ее коронный номер, это шпагат. В общем, не так уж легко и просто было Чаки повторить... Ему, можно сказать, не удалось, но Волочкова, как всегда, в своей манере повеселилась, сама повеселила всех окружающих. А ты что думаешь по этому поводу? Слушайте, ну я думаю, что профессионализм не пробьешь, да, как говорится. Нет, ну вот посмотрите, сколько лет она уже как шоу-вумен получается, да, такая? Ну, все равно, давай отдадим должное, балерина со стажем. И... Нет, я не спорю, ну просто интересно, что вот эти все навыки остаются реально на всю жизнь практически. У меня просто тоже есть знакомые, которые спортивной гимнастикой, правда, занимаются, и тоже в любой момент попросишь, она тебе и на шпагат, и ногу долба дотянет. Мне кажется, но да. Я так не умею. Ты знаешь, с Волочковой можно играть на деньги. Она могла бы быть более богатой и успешной, если бы... Спорила, да? Спорила, ты знаешь, просто спорила на евро. Слушай, я задумался. Поднимется он того, сегодня или опустится. А вот здесь бы я поспорил и рассказал бы ей, но шпагат бы я не смог. Наш шпагат сесть точно. Итак, евро у нас сегодня 73 рубля 30 копеек. Доллары. Опустился вниз немножко. Да, вниз, в общем-то, опускается вся валюта, и доллар в том числе 62 рубля 90 копеек сегодня. Злоты у нас сегодня 17 рублей ровно. Да, друзья, если вы собираетесь покупать злоты, значит, вы собираетесь в Польшу. В Польше сегодня плюс 21, но дождливо, так что дождевики вам в помощь. А в Вильнюсе сегодня плюс 26 и облачно. Облачно и вот такие кратковременные осадки обещают нам синоптики и в Калининграде. Плюс 20. Несмотря ни на что, тепло, хоть и достаточно такая не самая приятная погода. Но тем не менее, друзья, если вы в обуви Рикер, вам ничто не страшно. Ничего не страшно, потому что это очень удобная и хорошая обувь по хорошим ценам. Кстати, сейчас скидочки 30%. Да, так что заходите в салон обуви Рикер всей семьей, одевайтесь, обувайтесь, потому что немецкое качество, знаете ли, никто не отменял. Танцуем? Ну что, сейчас мы... Ну мы с тобой точно танцевать не будем, а наши зрители обязательно прямо сейчас делайте громче. А хотелось бы посмотреть, как танцуют наши зрители. Продолжается утреннее шоу «Утро на колесах». У природы нет плохой погоды, именно поэтому мы с Михаилом все-таки в поддержку вас вышли на улицу, для того, чтобы вы видели, даже несмотря на этот такой вот не самый приятный дождик, все равно на улице тепло, хорошо, так что выходить свежесть, все равно приходится выходить в этот понедельник. Да, дорогие друзья, не только дождь идет у нас, кое-что затопило и затонуло в Крыму. У берегов Крыма найдены затонувшие картины Ай Вазовского. Кто бы подумал, Ай, да? Вазовского. Да, Ай Вазовского. На затонувшем пароходе генерал Коцебу они были обнаружены. Пароход генерал Коцебу затонул возле мыса Тарханкут. Кстати, вот этот мыс очень популярен тем, что там снимался фильм «Человек-амфибия». Вот так. Ну да. Это те, кто не знает, где этот мыс и как он выглядит. Как рассказал Интерфаксу дайвер Роман Дунаев, спасибо. Картины были найдены в одном из нижних трюмов. По его словам, 10 картин могут принадлежать кисти Айвазовского, который работал на этом корабле во время его прохождения через Суэцкий канал. Вот такая новость. Представляешь, еще 10 картин такого знаменитого художника. Сейчас кто-то попивает кофе. Как картин? Как Айвазовского? Айвазовский.
все, и не допил, и побежал. И правильно делаете. Сейчас, конечно же, завершается наш прямой эфир, завершается утреннее шоу «Утро на колесах», но это не повод, друзья. Если вам сейчас нужно бежать, мы вас отпускаем. У нас трансляция в нашей группе ВКонтакте продолжается. Более того, повтор утреннего эфира вы также сможете сегодня лицезреть в эфире Первого городского канала. Ну, да. Скажи, тебе понравился эфир сегодня? Сегодняшний эфир мне очень понравился, потому что я же был сегодня с Денисом Саландиным, с таким гуру просто прямых эфиров. Действительно, я прочувствовал это. Я думаю, вы тоже заметили. Что вы все время врете, товарищ Новосельцев, вспоминаются мне строчки из известного кино. Но ладно, Миш, в любом случае, действительно, сегодня была интересная гостья. Интересная информация. Погода, конечно, так себе, но что делать? Слушай, впереди еще немало интересного, дорогие друзья. Ведь сегодня же долгожданный матч по футболу и сборной Испании с Марокко, а также сборной России с Уругваем. Так что... эмоции зашкаливают сегодня, просто да, на пределе. Да, сегодня в Калининграде во всех смыслах будет жарко, несмотря на вот такую вот облачную погоду и немножко дождливую с утра. Дождевики берите, но распогодится обязательно к середине рабочего дня. Кстати говоря, мы хотим поблагодарить вас за то, что вы находились все это время возле экранов, и наших партнеров. Сеть оптово-розничных магазинов «Бутыль» и сеть магазинов «У дома Кант Маркет». Друзья, если вы хотите вкусные обеды, сытные ужины и классные завтраки, тогда отправляйтесь в Кант Маркет и Бутыль, магазинов более 100 по городу и области. Ну что, началась новая неделя, а шоу «Утро на колесах» подходит к концу, но мы желаем вам самого замечательного настроения и сделать эту неделю самой яркой. Михаил Смоляков был сегодня с вами. И Денис Саландин вел этот прямой эфир. Всего вам самого хорошего, пока-пока, берегите себя и своих близких. До скорых встреч.